Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о таймере для съемки таймлапса. Вот так выглядит этот таймер. Он рассчитан на время от 15 минут до 120 минут. Есть резьба для крепления камеры, есть резьба для крепления на штатив. Давайте я закреплю таймер на штатив. Вот. Теперь можно установить камеру. Камера установлена. Таймер выставлен на нужное время, настроен горизонт и нажимаем на кнопку «Запись».